Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Не узнали. Доброе утро. Доброе утро. Обалденная прическа. Спасибо. Слушай, а сумка вообще круть. Потрясающий костюм. Вален, ты такая в нем стройная. Ты что, села на диету? Может, хватит кудахтать? Вы на работе, а не на распродаже секонд-хенда. Доброе утро, коллеги. Внимание, Олег Петрович зовет всех к себе. Экстренное совещание. Пожалуйста, не задерживайтесь. Валя? Я тебя не узнал. Отлично выглядишь. Спасибо. Да, неплохо. Только фасончик устарел. Не слушай, ты сегодня просто красавец. Добрый день. Борис Анатольевич у себя? Присядьте, он сейчас подойдет. Борис Анатольевич, к вам пришли. Привет, Витя. Привет. Уже хотел тебе звонить, пойдем. Пришел ответ? Есть информация, да. Итак, уважаемые коллеги, хочу сообщить, объявлен тендер на строительство торгового центра. Нужно оптимально соединить функционал и современный дизайн. Количество участников ограничено. Мы в их числе. Да, слушаю. А сколько компаний участвует в тендере? 6. Но среди них есть компания «Димстрой». Она стала дышать нам в затылок. Заказ масштабный. Нам нельзя его упускать. Нужно приложить все усилия и выиграть тендер. Я очень на вас надеюсь. Не подведите меня. Собственно, все. Да, сроки ограничены. Так что немедленно приступайте к делу. Регина, ты, как всегда, руководишь процессом. Надеюсь, в этот раз ты удивишь меня еще больше? Не сомневайтесь. Я сделаю все в лучшем виде. Хорошо. Валентина тебе, если что, поможет. Так, если ни у кого больше нет вопросов, совещание окончено. Олег Петрович, у меня есть предложение. Да, я слушаю вас. Я бы хотела работать над проектом самостоятельно. Предварительный диагноз подтвердился. Это глиобластома 4-й степени с метастазами. Большой очаг поражения. Ну и что они говорят, сколько мне осталось? Каков вердикт? Ну, наши израильские сетелы говорят, что не больше месяца. Но я считаю, что сдаваться рано. На неделю встречу с коллегами, чтобы обсудить методику дальнейшего лечения. И мы решим, по какой методике будем действовать дальше. Либо операция, либо химия. Понятно. Ладно, свой бизнес я уже продал. Скоро переброшу деньги на счет твоей клиники. Ты не передумал строить онкологический центр? Да ну нет, конечно. Когда планируешь начать? Ну, как поступят средства, сразу начну. Хорошо. Мне реквизиты нужны. Ну, конечно. Вот. Спасибо тебе. Эй, в таких случаях главное не сдаваться. И верить. А я сделаю все возможное. Спасибо.
Я позвоню. А почему вы хотите работать самостоятельно? Так у нас будет выбор. И я думаю, что смогла бы разработать свой проект и сама его представить. Вы уверены, что справитесь? Уверена. Олег Петрович, зачем нам делать два проекта? Затем, что это здоровая конкуренция. Вот как мы поступим. Валентина, ты делаешь свой проект, Регина, ты свой. Ты курируешь оба проекта. Все свободны. Валя! Почему вдруг такое странное решение? Может, ты обиделась на меня? Ну, прости, если я тебе что-то не то сказала. Прощаю. Значит, без обид? Конечно. Работаем по старой схеме? Нет, Регин. Я буду работать над проектом одна. Ах, вот как. Ну, хорошо. Оля, какая ты молодец. Не ждала тебя. Я сама тебя не ждала. Как ты решилась? Знаешь, Свет, я поняла, что нужно жить, как последний раз. Спасибо. Приятного аппетита. Можешь простить. Что же вы так неаккуратно? Валентина, надо быть... Я постараюсь. Я. Прости. Не стой на дороге. Извини, пожалуйста. Марафет навела, новые шмотки нацепила. И вдруг голосок прорезался. Ты решила, что ты теперь королева. Зря. Ты все такая же, никому не нужная старая дева с кучей комплексов. Думаешь, вырулить проект и заполучить Стаса? Даже не надейся. Приятного аппетита. Валь, ну что ж ты? Вечером встретимся? Я не знаю, у меня еще дела. До свидания. До завтра, Валя. Да, Вить. Как дела? Произвела фурор? Произвела. Сегодня я первый раз дала Регине отпор. Кажется, зря. Теперь она меня еще больше ненавидит. Да перестань, не переживай. Уверен, ты поступила правильно. Ну и чего твой Стас? А что Стас? Ничего особенного. Сказал мне пару комплиментов и то из вежливости. А что это ты заглядываешься на это чудо природы? На экзотику потянуло? Что? Никуда меня не потянуло. Чего ты ревнуешь? Я тебе ревную? Да, ты ревнуешь. Еще чего? Это все равно, что ревновать к уличному столбу. Я все понял. Мне пора, извини. Я позвоню. А что у тебя за дела, которые важнее меня? Я вообще-то к родителям еду. Какой заботливый сын. Привет родителям. Сейчас. Витя,
Знаешь, давай, наверное, на этом закончим. Что закончим? На нашу сделку. Я не могу, чуть я расклеилась. Так, все, я понял. Тебе нужна перезагрузка. Как приедешь домой, переодеваешься во что-нибудь спортивное и вызываешь такси. Адрес кинул смс. А зачем? Дай мне свои ручки. Так, выходим аккуратно. Не споткнись. Пойдем. Куда ты меня привез? А сейчас увидишь. А зачем ты мне глаза завязал? Ну, потому что тебя ждет небольшой сюрприз. Сюрприз? Готова? Да. Смотри. Ты что, шутишь? Нет, это... Слушай, это безумие. Я ужасно боюсь высоты. Все будет хорошо, поверь мне. Тебе нужна эмоциональная встряска. Только тогда ты сможешь победить свой страх. И только тогда ты сможешь все. У тебя словно откроется второе дыхание. А если он упадет и разобьется? Ну, тогда мы упадем с тобой вместе. Я ведь с тобой полечу. Пойдем. Это безумие. Не отводи, ты взгляды не торопись. Не надо, просто смотри. И больше не спеши. Слушай, это мы уже взлетели? Выходи. Отпускай меня, пожалуйста, я не могу. Посмотри. Посмотри, какая красота. Посмотри. Смотри. Яркий свет. О, Господи. Если не любишь. Аж голова закружилась. Это нормально. Это от перепада давления. Дыши глубже. Да, не каждый день видишь такую красоту с высоты птичьего полета. Жаль, что для меня это уже не имеет значения. Если только не произойдет чудо. А в чудеса я не верю. Давай. Вот. Поставь меня, пожалуйста, на твердую землю. Спасибо. Это было потрясающе. Тебе понравилось? Очень. Что? О, черт, Я кулон потерял. Видимо, при приземлении он выпал, когда я вниз смотрел. Если мы будем искать по траектории движения, то есть все шансы. Да перестань, то же самое, что иголку в стоге сена искать. Я нашла! Правда? Слушай, спасибо тебе. Я даже не верю, что ты его нашла. Это твой талисман на удачу? Вроде того. Спасибо. Так что тебя заставило подняться вверх? Ты думала о Стасе? Ты прав. Я представила, что он ждет меня внизу и видит, как я могу высоко подняться, преодолев страх. Твоему Стасу повезло. Ну, что такая девушка, как ты, любит его. Скажи, а он какой-то особенный? Ну, он очень добрый. Да, никогда никому грубого слова не скажет. А еще он очень честный и открытый. В этом вы даже чем-то похожи. Я польщен. Хоть чем-то я похож на мужчину твоей мечты.
Да, мам. Доченька, у меня такие неприятности. Что-то случилось? Представляешь, я пошла в магазин, а кошелек в другой сумке оставила. Вернулась домой, смотрю, ключа нет. Ну, а теперь в квартиру не могу попасть. Мам, ты меня очень напугала. Ой, а я как раз волновалась. Так, не волнуйся, сейчас приеду и разберемся. Спасибо, доченька, я жду. Жду. Надо к маме подъехать. Проблемы с ключами. Так вместе подъедем. Может, я смогу чем-то помочь? Спасибо. Виктор, только я вас очень прошу, не говорите маме, что я поднималась в небо на воздушном шаре, то я ударю по ней, хорошо? Да, не буду. Не предупреждаю. А она у меня очень любопытная, не удивляйтесь. Мамочка, привет. Это Виктор. Виктор, это мама, Анна Сергеевна. Очень приятно. Мне очень приятно. Валя, а что ж ты не сказала, что у тебя свидание? Я бы вас не беспокоила. Мама, у нас не было никакого свидания. Виктор просто мой знакомый. Анна Сергеевна, так пойдемте посмотрим ваш замок. Ага, ну идемте. Ой, я сумочку на лавочке оставила. Вы поднимаетесь, 5-й этаж, 37-я квартира. А мы сейчас. Ага. Он хоть не женат? Нет, не женат. Но это не имеет никакого значения. Как раз очень имеет. А кто он? Мама, я же тебе сказала, просто знакомый. Он твой коллега по работе. Так, все, прекрати расспросы. Все, пойдем, а то как-то неудобно. Ну хорошо, Валюша, никаких расспросов. Буду молчать, как рыба. Угу, как рыба. Да. Когда такое было? Да. Значит, разбираетесь в замках? Ну, я имел дело и с более сложными конструкциями. Правда? Угу. А вы кто по профессии? Инженер. А, на заводе работаете? Мам, Виктор свое дело. Ах так. Виктор, ну, что скажете? Надо вскрывать, но мне нужен инструмент. А где же я сейчас вам возьму инструменты? Слесаря вызывать, это уже поздно. Мишенька. Так, я сейчас найду телефон специальной службы по взламыванию замков и... Ой, да пока они приедут, пока сделают. А замок-то я смогу только завтра поставить. Вот учудила я, а. Да. Ну что ж ты? Ничего не поделаешь. Анна Сергеевна, скажите, а у вас в квартире какое-нибудь окно открыто? На кухне. Хорошо. Теперь 5-й этаж. Ключи где лежат? В прихожей, в коричневой сумке. Вот это настоящий мужчина. Ловкий, решительный, смелый. Ну прям рыцарь на белом коне. И еще очень симпатичный. Валь, ну неужели у тебя ничего с ним нет? Нет, мам, это не мой рыцарь. Ты уверена? Ой, прошу. Виктор, даже не знаю, как вас благодарить. Да пустяки. Но все же не стоило так рисковать. Да никакого риска. Виктор, вы мой спаситель. И поэтому я официально вас приглашаю в гости. Выпьем чаю. Познакомимся поближе. Ну, я бы с удовольствием принял бы ваше предложение, но поздновато уже. В другой раз. Давай я отвезу тебя домой. Нет, спасибо, я у мамы переночую. А, ну ладно. До свидания. Если будут проблемы с ключами, готов помочь. Спасибо. До свидания. До свидания. Я... На секунду. Вить. Вить, ты... Прости, что так. Просто мама стала бы задавать много вопросов, а правду ей не скажешь. Да все нормально, не извиняйся. Точно? Конечно. Ну, спасибо тебе за все и
За то, что все понимаешь. Вот именно так. Что так? Стасу улыбайся именно так. У тебя замечательная улыбка. Попробую. Ну, какие еще инструкции? Ну, пока хватит, а дальше посмотрим. На связи? Привет, это тебе. Спасибо. Не стоило. Ну почему же? Ты же меня угощаешь пирожками. Вот и я решил принести тебе кофе, чтобы ты лишний раз не отвлекалась от работы, не бегала. Спасибо за заботу. Так. Если дальше пойдет такими темпами, даже страшно представить, что будет. Я так обычно работаю. Просто почему-то очень легко идет. Я не про проект. Это очаровательно просто. Расцветаешь все с каждым днем. Спасибо. Какое трогательное единение начальника и подчиненных. Просто полная гармония. Ну как же речь? Мы же все одна команда. И должны сообщать их единой цели. Здравствуйте. У меня заказ. Для Валентины Голубевой. Это я. Спасибо. Пожалуйста, распишитесь. Спасибо. Спасибо. Ничего себе. Валь. У тебя поклонник появился? Видно, богатый. Шикарный букет. Спасибо. Это, наверное, тебе твой жених подарил? А, нет. Знакомый. Так, я пойду вазу поставлю. Я попросила бы всех вернуться на свои места и заняться делом, если не хотите, чтобы я написала докладную директору. Я на минутку. Я вижу, кто-то пытается завоевать сердце прекрасной дамы. Привет. Привет. Цветы получила? Да, получила. Спасибо большое, чудесный букет. Не смущайся. Как там у тебя было? Делай вид, что так и надо. Это было очень кстати. Я так и подумал. Стас, видел цветы? Видел. Отлично. Это его подстегнет. На мужчин производит впечатление, когда за женщиной ухаживает еще кто-то. Ты думаешь? Уверен. Ты скоро будешь у цели. Кстати, прекрасный костюм. Тебе идет. Спасибо. Он изумительно гармонирует с цветом твоего лица. Ну а что? Зеленый цвет надежды. Да? Присаживайся, подвезу. А то в автобусе от твоего букета ничего не останется. А тебе разве по дороге? Ничего. Ради такого случая изменю маршрут. Позволь. Тебе идет такой стиль. Элегантный и одновременно сексуальный. Присаживайся. Спасибо.
шикарно улетишь. Поехали. Вот тут я и живу. Валь. Я признаюсь честно, я поражен. Ты так изменилась. Другой человек. Просто другой человек. Наверное, есть веская причина для таких перемен. Да. Есть причина. Прям заинтриговала меня. Женщина-загадка. Ну, спасибо, что подвез. Да, извини. Мне было приятно. Жаль, что так быстро доехали. Ой, а... Валя, 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 Валя. Тут... Позвольте мне побыть джентльменом. Спасибо. Прошу. Я надеюсь, что мы еще пообщаемся. Ну, в смысле, не только по работе. Возможно. Спасибо. До завтра. До завтра. Алло, Витя. Привет. Ты не поверишь, что сейчас было. Меня Стас подвез домой, да. Да ладно? Я не могу прийти в себя просто. И что он говорил? Ну, сказал, что я очень... Может, не по телефону? Давай встретимся. Хорошо. А где? Недалеко от твоего дома есть аллея. Через полчаса. Через 30 минут. Ну да. Да, договорились. Давай, до встречи. Все, до встречи. Твой план работает. Это невероятно просто. Я рад. Но все развивается намного быстрее, чем я предполагал. Так это же хорошо. Да, кстати, спасибо большое за цветы. Мне было очень приятно. Я даже не помню, когда мне в последний раз их дарили. И это действительно подстегнуло Стаса. Я ведь не только для этого подарю. Я еще хотел тебе настроение поднять. Да? А цвет? Это случайность? Нет. Удивительно. Чайные розы мои любимые. Да? Мама! Да, мам. Что-то срочное? Может, тебе стоит присмотреться к Виктору? Нет, не стоит. Ну ладно, в таком случае я нашла для тебя весьма неплохой вариант. Мама! Все, хватит мне искать женихов. Валечка, ну я же... Все, я потом перезвоню, да. Целую, целую, целую. Мама ищет тебе женихов? Еще как. Ясно. Зайдем? Давай. У тебя такая замечательная мама. Энергичная, красивая. О тебе так заботится. Да. Мама замечательная. Ты знаешь, она обо мне всю жизнь заботится. А где твой отец? Прости, что спрашиваю. Да нет, ничего. Ну, что отец? Бросил нас, когда я была еще совсем маленькой. Мама сама меня и вырастила. Ей, конечно, пришлось не очень сладко. Да. Похожая история. Отец тоже вас бросил? Еще до моего рождения меня бабушка воспитала. А мама? Мама умерла при родах. Это мамин клон. Мама верила, что эта подкова приносит счастье. Ну, по крайней мере, бабушка так говорила. А твоя бабушка,
А она еще... Нет. Бабушка давно умерла. Может, это даже и хорошо. Почему хорошо? Ну, я смертельно болен. Страшно подумать, как бы она это все пережила. А так моя смерть никому не причинит боль. Значит, у тебя совсем никого нет? Ни жены, ни детей? Никого. Виктор, а может, все-таки не стоит сдаваться? А что я могу сделать, даже когда медицина бессильна? Можно попробовать нетрадиционные методы лечения. Ну, во-первых, я в это не верю. А во-вторых, да уже поздно. Слишком поздно. Да, действительно поздновато. Что, я давай провожу тебя домой? А то ты устала после работы. Да? Пойдем, да. Тебе плохо? Ой, сейчас. Что с тобой? Сейчас я лекарство дома оставил. Я... Послушай, ты езжай без меня, я... Так, никуда я не поеду. Посижу. Тебе нельзя оставлять одного. Адрес диктуй. Где ты живешь? Послушай, у меня тут на зеркале лекарство лежит. Бордовый чехлин можешь принести? Да, конечно. Спасибо. Слабость только какая-то. Конечно, слабость. Ты же в кафе ничего не ел. Да, просто не хотелось. Давай я что-то приготовлю. А нет смысла, все равно холодильник пустой. Так я в магазин схожу. Не, я сейчас... Давай по интернету я закажу. Это просто пиццерия тут рядом с домом. Я в последнее время всегда так делаю. Точно лучше? Да. Полегче уж. Все. Голова только тяжелая. Валя, послушай, я сейчас оставлю тебя ненадолго. Куда? Душ надо принять, ну, чтобы полегче стало. Да, конечно. Витя! Вить, кто-то в дверь звонит. Слышишь? Здравствуйте. Вы заказ привезли? Какой заказ? Извините, а вы кому? Я к мужу. Тут живет Виктор. Ну, я-то как раз в курсе. А вы, собственно говоря, кто? Да так, знакомая. Вы, извините, я пойду, не буду. Миша, всего доброго. До свидания. Привет. Что ты здесь делаешь? А где Валя?
А она ушла? Привет, Оля. Привет. Ты как? Да так. Не очень. Человек, которому я доверяла, мне солгал. И от этого мне как-то не по себе. Да, даже. А у тебя что случилось? Леша меня изменил. Что? Как изменил? Оль. Оль, ты уверена? Своими глазами видела. Мне нужно было срочно деньги в садик сдать. Позвонила ему, он работал. Он не отвечает. Поехала туда. А он там в подсобке с какой-то девицей. Они так целовались. У нее юбка задрана, блузка расстегнута. Кошмар. Я не понимаю. Как он мог, Оля? Как видишь, мог. До сих пор все перед глазами. В общем, я не стала там разборки устраивать. Стыдно. Любу из садика забрала. А он заявился, мерзавец. Я при дочери не хотела выяснять отношения. Но не получилось, сорвалась. Сказала все, что о нем думаю, и выставила за дверь. Для меня всегда было так важно, что я могу доверять мужу. Все. Развожусь с ним. Никогда ему этого не прощу. Мы с Любой будем жить отдельно. Дочь не должна видеть такого отца. Как я тебя понимаю? Давай иди. Точно? Зачем пришла? Хотела узнать, как ты. Я звонила Борису. Ведь я переживаю за тебя. Может, я могу чем-нибудь помочь? Мне уже ничем не поможешь. А как же твоя компания? А я ее продал. А почему это тебя так волнует? Ты думаешь, тебе что-то перепадет? Могу тебя огорчить. Деньги пойдут на благое дело. К тому же, после развода я тебе купил квартиру, ту, которую ты хотела. Оставил достаточно денег, так что мы в расчете. Витя, мне от тебя больше ничего не нужно. Я вижу, ты хранишь наши фотографии. Руки не дошли выбросить. А помнишь это фото, как мы с тобой тогда... Слушай, давай не будем ворошить прошлое. Нас с тобой давно нет. А это твоя гостья, она тебе кто? Послушай, мы с тобой чужие люди. Тебя это не касается. Ну зачем ты так? Мне ты не чужой человек. Хоть мы с тобой в разводе, я все равно за тебя переживаю. Она моя хорошая знакомая. Все, что я могу сказать. А сейчас, извини, я устал и... Хочу отдохнуть. Хорошо, я ухожу. Только я прошу тебя, если тебе что-нибудь будет нужно, ты мне позвони, хорошо? Пришлю приглашение на свои похороны. Все, шутишь. Ну ладно, отдыхай. Я пойду.
не у тебя? Нет. А что случилось? Она пропала. Как пропала? Мы с тобой поговорили, я пошла на площадку, смотрю, ее там нет. Бегаю, зову, и она не откликается. Я побежала домой, думала, она там, потом к тебе. Господи, что делать, если с ней что-то случится, я же не переживу. Ой, спокойно, не паникуй, сейчас найдем. Пойдем, пойдем. Оль, да не могла она далеко уйти, слышишь? Валя, ты на звонки не отвечаешь, я просто хотел объясниться. Давай в другой раз. А что случилось? Дочка подруги пропала. Как пропала? А в полицию заявляли? Нет, пока еще. Так назвони полицию. Где вы обычно гуляете? Там. Пойдемте. Ее как зовут? Люба. Как она выглядит? Маленькая такая. Понятно. В чем одета? У женщины спроси. Ага. Простите, вы девочку маленькую не видели? Нет. Извините, а? Пожалуйста, вы эту девочку не видели с красным мячиком? А-а, нет, не видел. Слушайте, надо разделиться. Давайте разделимся. Вы тогда пойдите туда, Валь, ты туда. А? Давайте. Меня зовут Люба, да? Малыш, не бойся меня, иди ко мне. Тебя все ищут, иди сюда. Иди сюда, малыш, не бойся. Чего спряталась-то? Иди ко мне. Вот, молодец, иди сюда. Вот так. Все хорошо. Все хорошо. Валя! Валя! Я нашел! Нашлась. Слава Богу. Малышка моя, ты в порядке? Ты где была? Я заблудилась. Как это ты заблудилась? Ты не заблудилась, ты убежала. Мама с папой так кричали, потом папа ушел, а мама плакала. Я подумала, если я спрячусь, мама с папой меня будут искать и помирятся. Оля? Нашлась, да. Да, все в порядке. Рядышком. Нет, не надо, ты иди к дому, мы сейчас подойдем. Угу. Да, и позвони в полицию, отмени вызов. Да, давай. Доченька! Доченька! Как же ты меня напугала. Спасибо. Да не за что. Спасибо. Держи меч. Держи. Еще немного, и я бы с ума сошла. Спасибо. Ну, я тоже пойду. Валь, постой. Скажи, почему ты так быстро уехала? На звонки не отвечала. Не хотела мешать вам с женой. Ты не мешала. Вот зачем? Зачем ты меня обманывала? У меня даже в мыслях не было тебя обманывать. Мы не женаты с ней. Год как в разводе. Я и сам удивился, что она заявилась. Ладно, в самом деле, чего я оправдываюсь? Спокойной ночи. Подожди. Чай будешь? Не откажусь.
как долго вы были женаты? 5 лет. А дети есть? Лида детей не хотела. Ну, говорила, давай поживем для себя. Я не настаивал. Ну, я в работе весь был. Ну, я думал, успеем еще. Почему вы расстались? А я узнал, что у нее любовник есть. Она сама сказала? Нет. Мне нужно было ехать в Лондон по делам. А я думал, очень важный документ оставил. Вернулся. Тут я услышал, что она разговаривает по телефону со своим любовником. Она, естественно, не слышала, что я вошел. Мне этого хватило. Я подал на развод. Не смог просить предательства. Похожая ситуация. Ты меня прости, что я заставила тебя пережить это заново. Да, ничего страшного. Я это уже все пережил. Можно я прилягу, а то не очень хорошо себя чувствую? Да, конечно. Спасибо.